Сёма тут со своим беговелом. Только что катался, не успел заснять. Мы с ним собираемся идти до магазина. Сын, ты куда? Комбез-то в другой стороне. Шарики? Господи, опять полчаса уже собираемся, Сём. Все никак не выйдем. У нас, правда, сегодня за окном просто, смотрите, доброе зимнее утро, как бы. Здорово. Мы с сыном пришли домой. Он там где-то он играет с этим трактором новым. Позанимались с ним немножко, поделали вот эти вот задания. Прикольная папка, мне прям вообще нравится. Ой, сейчас я вам покажу. Вот такая вот папочка, заказывала на Озоне. Мы тут по чуть-чуть делаем, я их там в конец складываю. Ну, тут в основном однотипные занятия, но разные картинки, поэтому Сёмке нравится. Вот сегодня мы 3 сделали, так обычно по 2 делаем. Доклеили вот эту вот аппликацию. Я ему вырезаю, он мажет клеем, приклеивает. С котятами мы здесь по цветам ниток находили и давали котятам клубочки. Сёма, правда, их очень сильно раздавливает. И вот здесь ну, написано на каждой бумажке, что нужно делать. Тут Сёма яблочки в корзинку складывал. Так что вот так вот мы позанимались, а сейчас пойдем играть. Ну. Что делаешь? Играешь? Трактором? Да. Ну, это теперь его любимая игрушка. Раньше грузовик, но с грузовиком он сегодня ходил гулять тоже. А теперь вот трактор, это даже с ним спать опять ложится теперь. Маленький любитель техники, да, Сём? Сёма пришел бабе цветочки дарить. Сейчас, подожди, баба откроет. Давай, иди бабе отдавай, поднимай ножки. На бабе цветочки дари. Ой, да моё, это зелёчко. И поцелуй. Спасибо. Ой, спасибо, моя. Заберите. Получите, распишитесь, да? Мы тут тортик привезли. Ну, такой маленький. Тебе вообще нельзя, даже маленький кусочек. Ты что там делаешь? Да, ножки. Откроешь? Че? Баба, откроешь? Ну, тортик открой. Да, мы так крыснем. Свечки. Да, ну пусть он же. Ты просто снимку упала. Ух ты! Что написано? Про бабушка. Кружить надо. Ой, моя хорошая! Ой, да моя ты золотая! Да моя ты золотая! Сейчас будем чай! Ребятки, всем привет! Мы уже дома нагостились сначала у родителей, потом ездили к бабушке, потом опять ночевали у родителей. В общем, немножечко попутешествовали, сейчас вернулись домой. И вообще, уже понедельник. Мы некоторые дела с Сёмкой сделали, но я включилась, чтобы закончить хоть как-то это видео. А здесь я вставлю, или уже вставила, наверное, вам момент, когда мы бабушке моей рассказали о том, что мы ждем второго малыша, то есть для нее это будет второй правнук или правнучка. И я решила вставить сейчас, потому что как-то, когда мы это снимали, это было 8 марта, и я как-то про это забыла, совсем никуда не вставляла, а тут вот как раз подходящий влог, день рождения у бабушки, Сёмка поздравила, плюс покажу вам, какая была ее реакция на второго малыша. Ну и думаю, на этом закончу видео, начну уже следующий день, и, как видите, я стараюсь возвращаться в обычные будни, хотя периодически мне все равно бывает не очень, но, в
принципе, я функционирую нормально и могу снимать, как и прежде, только монтировать пока что сложно найти время, потому что иногда хочется просто полежать, но я думаю, все понимают прекрасно. Так что давайте закончим на этом этот влог за несколько дней. Увидимся в новых видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.